Я раньше была фитнес-инструктором. Ушла в декрет, родила двоих деток и вернулась на тренировки. Это, ну, больше всего попала случайно на кроссфит. И то, что после рабочего стажа меня действительно привлекало и заводит, как бы, восторг. Энергия, задор, ну, это жизнь. Ну, у каждого разные результаты, я думаю, смотря кто к чему стремится. Поэтому, если хочешь набрать мышечную массу, то, конечно, это тренажерный зал. Если ты хочешь физическую форму, настроение, фигуру, то это и мышцы, ко всему тому же, атлетическое телосложение, то это кроссфит. Мы как уже как одна спортивная семья, все шутим, общаемся, все знают друг друга. Мужья, жены, дети, как бы, все вместе.